судьи лицензированных и назначенных Международной Федерацией Хоккея. The game officials for this game have been licensed and assigned by the International Ice Hockey Federation. Главные судьи. The referees of the game are Петр Амосов and Олег Крашков. Линейные судьи. The linesmen are Павел Бады and Александр Ялашевский. Представляем стартовый состав играющих команд. Команда Словении. The starting line-up for Team Slovenia. Вратарь номер первый. Number one. Rob Stojanovic. Болевые игроки. Skaters. Номер седьмой. Number seven. Клеймен Бреднер. Номер шестой. Number six. Ива Шлебик. Номер 18. Номер 93. Номер 93.
Команда Словении играет в полном составе. Team Slovenia is playing at full strength. Thank you.
Ladies and gentlemen, the game time is operated manually by Stepwatch. Время на табло правильное. Ladies and gentlemen, the time of the game clock is correct. Team Latvia number 74, goalkeeper Janis Auzis, 2 minutes penalty for delay in the game. Thank you.
Thank you.
Хансен, Эндерс, Кудго, Янсенс, номер 27 команда Латвии. Team Latvia, number 27, Эдуардс, Кудго, Янсенс, 2 minutes penalty for delaying the game. Это Паша, Татьяна, Виктория, Алексей и Виктор. Все они болельщики «Динамо» и сборной Беларуси и привыкли смотреть хоккей на Минской арене или в видеосервисе «Вока». Но в ноябре они пойдут на Чижовка-арену, чтобы поддержать любимые команды. Будем разом! В чем секрет комфортной жизни? Для меня это возможность заниматься любимым делом без ограничений. Ведь когда делаешь то, что нравится, удовольствие становится бесконечным. Подключайте безлимитный интернет на тарифах комфорта от Велком и ни в чем себе не отказывайте. Чем выше комфорт, тем безлимитнее ваши возможности. Как же здорово смотреть с Вока то, что действительно любишь. Вока. Доставляем контент, который вам интересен.
Это Паша, Татьяна, Виктория, Алексей и Виктор. Все они болельщики «Динамо» и сборной Беларуси и привыкли смотреть хоккей на Минск-арене или в видеосервисе «Вока». Но в ноябре они пойдут на Чижовка-арену, чтобы поддержать любимые команды. Будем разом! В чем секрет комфортной жизни? Для меня это возможность заниматься любимым делом без ограничений. Ведь когда делаешь то, что нравится, удовольствие становится бесконечным. Подключайте безлимитный интернет на тарифах комфорт от Велком и ни в чем себе не отказывайте. Чем выше комфорт, тем безлимитнее ваши возможности. Как же здорово смотреть с Вока то, что действительно любишь. Вока. Доставляем контент, который вам интересен.
Команда Латвии играет в полном составе. Team Latvia is playing at full strength. Передачи Эгилса Комса номер 32. Шагу забросил Эдгар Скулда номер 23. Your team Latvia scored by number 23 Эдгар Скулда. Assisted by number 32 Эгилс Комс. Thank you.
чем секрет комфортной жизни? Для меня это возможность заниматься любимым делом без ограничений. Ведь когда делаешь то, что нравится, удовольствие становится бесконечным. Подключайте безлимитный интернет на тарифы комфорта Telkom и ни в чем себе не отказывайте. Чем выше комфорт, тем безлимитнее ваши возможности. Thank you.
буду забыть не играть. Я повешу, где-то далеко. Греческий йогурт Теос. Для здоровья и сил.
Маша, Татьяна, Виктория, Алексей и Виктор. Все они болельщики «Динамо» и сборной Беларуси и привыкли смотреть хоккей на Минской арене или видеосервисе «Вока». Но в ноябре они пойдут на Чижовку арену, чтобы поддержать любимую команду. Будем рады! За подножку малым штрафом наказан Миха Логар. Номер 17 команда Словении. Team Slovenia number 17, Miha Logar. 2 minutes penalty for Trippi. Его забросил Эгилс Калс, номер 32. Goal for Team Latvia, scored by number 62, Эгилс Калс. Хорошо, давай.
На чё? Ну подожди. Команда Словении играет в полном составе. Team Slovenia is playing at full strength. Последняя минута второго периода. 1 minute left in the second period. Кристапс и Якобсонс, номер 26 команды Латвии. Team Latvia, number 26. Кристапс и Якобсонс. 2 minutes penalty for me. Это Паша, Татьяна, Виктория, Алексей и Виктор. Все они болельщики «Динамо» и сборной Беларуси и привыкли смотреть хоккей на Минской арене или в видеосервисе «Вока». Но в ноябре они пойдут на Чижовка-арену, чтобы поддержать любимые команды. Будем разом! В чем секрет комфортной жизни? Для меня это возможность заниматься любимым делом без ограничений. Ведь когда делаешь то, что нравится, удовольствие становится бесконечным. Подключайте безлимитный интернет на тарифах комфорта от Велком и ни в чем себе не отказывайте. Чем выше комфорт, тем безлимитнее ваши возможности. Как же здорово смотреть с Вока то, что действительно любишь. Вока. Доставляем контент, который вам интересен.
Это Паша, Татьяна, Виктория, Алексей и Виктор. Все они болельщики «Динамо» и сборной Беларуси и привыкли смотреть хоккей на Минской арене или в видеосервисе «Вока». Но в ноябре они пойдут на Чижовка-арену, чтобы поддержать любимые команды. Будем разом! В чем секрет комфортной жизни? Для меня это возможность заниматься любимым делом без ограничений. Ведь когда делаешь то, что нравится, удовольствие становится бесконечным. Подключайте безлимитный интернет на тарифах комфорта от Велком и ни в чем себе не отказывайте. Чем выше комфорт, тем безлимитнее ваши возможности. Как же здорово смотреть с Вока то, что действительно любишь. Вока. Доставляем контент, который вам интересен. Подключайте безлимитный интернет на тарифах комфорта Велком и ни в чем себе не отказывайте. Чем выше комфорт, тем безлимитнее ваши возможности. Как же здорово смотреть с Вока то, что действительно любишь. Вока. Доставляем контент, который вам интересен. Греческий йогурт «Теос» – это в два раза больше белка для построения здорового.
же здорово смотреть с Вока то, что действительно любишь. Вока. Доставляем контент, который вам интересен. Это Паша, Татьяна, Виктория, Алексей и Виктор. Все они болельщики «Динамо» и сборной Беларуси и привыкли смотреть хоккей на Минской арене и видеосервисе «Вока». Но в ноябре они пойдут на Чижовку-арену, чтобы поддержать любимую команду. Будем рады! Yeah.
за атаку игрока, не владеющего шайбой. Малым штрафом наказан Артур Савия, номер 5 команда Латвии. Team Latvia, number 5, Artur Salia. 2 minutes penalty for interference. Thank you.
Команда Словении играет в полном составе. Team Slovenia is playing full strength.
Передатчик Лемена Бреннера номер 7. Кема Агровенщика номер 18. Шайбу забросил Ник Симшич номер 93. Команда Латвии играет в полном составе. Go for Team Slovenia, scored by number 93, Nick Simšić, assisted by number 7, Kevin Bretner, and number 18, Ken Ograjenšek. Team Latvia is playing at full strength. Смотреть с Вока то, что действительно любишь. Вока. Доставляем контент, который вам интересен. Научиться играть в хоккей трудно. Правда? А ты попробуй. Греческий йогурт Теос. Это в два раза больше белка для построения здорового организма. Попробуй йогурт Теос. Попробуй жить по-новому. We'll be right back.
Thank you.
возможность заниматься любимым делом без ограничений. Ведь когда делаешь то, что нравится, удовольствие становится бесконечным. Подключайте безлимитный интернет на тарифах комфорта Qualcomm и ни в чем себе не отказывайте. Чем выше комфорт, тем безлимитнее ваши возможности. Как же здорово смотреть с Вока то, что действительно любишь. Вока. Доставляем контент, который вам интересен. Научиться играть в хоккей трудно. Правда? А ты попробуй. Греческий йогурт Теос. Это в два раза больше белка для построения здорового организма. Попробуй йогурт Теос. Попробуй жизнь по-новому. За подножку малым штрафом наказан Ник Пэм, номер 76, команда Словении. Team Slovenia, number 76, Ник Пэм. 2 minutes penalty for tripping.
Первыми броски выполняет команда Латвии. The service has begun, Team Latvia. Бросок выполняет номер 79. The shot will be taken by number 79, Richard Kuzis. Бросок выполняется номер 79. The shot will be taken by number 19, Gigabancer. Бросок выполняет номер 28. The shot will be taken by number 28, Martin Zierkels. Шайбу забросил номер 28. Goal for Team Latvia scored by number 28, Martin Zirkaus. Бросок выполняет номер 92. The shot will be taken number 92, Anže Kuraut. Бросок выполняет номер 81. The shot will be taken by number 81, Rudolf Maslovskis. Бросок выполняет номер 18. This shot will be taken by number 18, Kiana Grajewczyk. Шайбу забросил номер 18. The goal for Team Slovenia scored by number 18, Kiana Grajewczyk. Бросок выполняет номер 11. The shot will be taken by number 81, 71, Edgars Chomekovs. Все команды будут играть. Бросок выполняет номер 7. The shot will be taken by number 7, Климент Бретнер. Шайбу забросил номер 7. Goal for Team Slovenia scored by number 7, Климент Бретнер. Бросок выполняет номер 84. The shot will be taken by number 84, Владислав Адельсонс.
Бросок выполняет номер 96. The shot will be taken by number 96, Александр Магалач. Номер 23 Эдгар Скулда.